Ганс Губерман. Быстрей. Папа! Кто это, папа? Его зовут Макс. Ему нужна помощь. Ты прячешься от Гитлера? Да, я еврей. Я кое-что принесла. Ты удивительная. Ты воруешь книги? Зачем? Жизнь обкрадывает нас. И мы просто крадем обратно. Вы что, прячете кого-то? Если его найдут, тебя отберут у меня. И лучше не знать, что они сделают с ним. Мне страшно. Они проверяют подвалы. Мама! А что случилось? Макс! Макс! Только живи. Я жив благодаря тебе. Всегда помни об этом. Мам! Слова – это жизнь. Если бы твои глаза могли говорить, что бы они сказали? У одной девочки был друг, который жил среди теней. Она напоминала ему о солнце, греющем кожу. И как сладок каждый глоток воздуха. И вспоминала, что она тоже жива. Спокойной ночи, воровка книг.